Икс, с вами Билли Викс. Всем привет! Во-первых, я хочу извиниться за мое отсутствие, ну или же наоборот присутствие. А во-вторых, сегодня 14 февраля, день всех влюбленных. И я поздравляю вас с этим праздником. И почему бы нам не сделать своими руками что-нибудь вкусненькое? Поэтому сегодня у нас второй выпуск шоу «Монстр Шеф». И сегодня мы с вами будем готовить шоколадные конфеты в форме сердечек, чтобы порадовать своих близких, ну и себя любимых. И помогать нам будут Катрин Демяу, Кэти Нуар и две сестрички из Ever After High, Холли и Поппи. Необходимые ингредиенты. Это шоколад, может быть горький или же молочный, все зависит от вас. И растительное масло. Первое, что нам нужно, это разломать шоколад, чтобы он побыстрее растворился. Далее кладем шоколад в кастрюльку и каждые 2 минуты помешиваем. В сухую и чистую посуду, кастрюлю, миску или стакан укладываем наши подготовленные кусочки. Емкость устанавливаем на водяную баню, но так, чтобы емкость с шоколадом не прикасалась воды. Перемешивая, создаем равномерную тепловую обработку шоколадной массы. Внимание! 50 градусов – это максимальная температура топления шоколада. Перемешиваем массу, доводим до однородности примерно 8-10 минут. Я добавляю в шоколад растительное масло без запаха или же сливочное масло, чтобы получить более жидкую консистенцию. Когда шоколад растопится полностью, его снимают с паровой бани и уже используют по предназначению. Через 15 минут шоколад растоплен. Далее разливаем полученную сладкую массу по формочкам и вперед. У меня приготовлены формочки в виде праздничных сердечек. Сейчас мы залили наш шоколад в формочки, и следующий шаг – это укладка наших формочек в холодильник. Спустя 15 минут мы вынули эту формочку из холодильника, и теперь выдавливаем наши конфетки. Вот и наш результат. Получилось довольно стильно, модно и аккуратненько. Надеюсь, и вкусненько. А сейчас, если вы очень голодные, то лучше бы поставить на паузу, покушать и прийти посмотреть. Ладно, пробуем. Вкусно. Вообще, крутяк. Delicious. Какие еще слова-то подобрать? Очень круто. Обязательно попробуйте. А эти сердечки я дарю вам, мои дорогие зрители. На этом вторая часть шоу «Монстр Шеф» подходит к концу. Ставь лайк, подписывайся на канал и обязательно напиши в комментарии, как тебе видео. Надеюсь, что следующий наш «Монстр Шеф» эксперимент – это вот такие вот сладенькие яблочки в карамельной глазури. А я жду ваших отзывов и желаю вам удачных и шоколадных экспериментов. Я вас всех очень люблю. Be cool and crazy. Пока-пока.